Здравствуйте, дорогие зрители! Сегодня я вам расскажу, что же происходит после окончания 4-го сезона проекта «От пацанки до панянки». А вы мне напишите в комментариях, какая из пацанок, по вашему мнению, изменилась больше остальных. Несмотря на то, что шоу уже давно закончилось, закулисные интриги и сплетни только набирают обороты. Дело в том, что после проекта Катя Большакова стала снимать серию разоблачений и открывает всю правду о том, что же из себя представляет проект на самом деле. Есть информация, что Катя совместно с Викой Кашутиной планирует снять большой фильм о том, что происходило на проекте. Об этом они тоже упоминали в своем прямом эфире в Инстаграме. Ну просто как я, снимают кино. Кстати, посмотрите и мое видео на канале, о чем будет мой фильм. Может, вам понравится. По словам Кати Большаковой и Вики Кашутиной, создатели проекта намеренно продвигали Женю Мазур, Юлию Чегринец и Вику Алехину, поскольку они были наиболее интересны для зрителя. Кстати, по видеоэфирам Алехиной можно предположить, что она встречается с редактором проекта. Впрочем, не только она имеет отношение к съемочной группе. Женя Мазур, похоже, встречается с режиссером проекта по имени Ольга, а также знакома с Анной Гороховой, которая является администратором. Но это все по слухам. Я не буду утверждать, что эта информация достоверна. А вы мне напишите в комментариях, какая пацанка, по вашему мнению, изменилась больше всего. Жду от вас пальчики вверх и до новых встреч!